рада приветствовать вас на канале Эллен Стар. В этом видео я вам покажу самый простой рецепт слайма. Как сделать слайм без тетрабората. Этот слайм для начинающих. Ребята, это не клей Элмерс, это клей Зиби. Мне он понравился тем, что он розовый. А я вам уже говорила, что я очень люблю розовый цвет. Я вам его показала, так как первый ингредиент у нас клей. Клей заливаем в емкость. Я залью целую бутылку. Вау, какой он красивый. Яркий. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете самый простой рецепт слайма, как сделать слайм без тетрабората. А вы можете использовать обычный клей ПВА и окрасить его в цвет по желанию. А вам нравится такой клей уже окрашенный? Напишите в комментариях, а у меня уже клей закончился. Какой он красивый! Надеюсь, слаймик получится тоже красивым. Ребята, это самый простой рецепт слайма, поэтому загуститель будет пищевая сода. Я использую щепотку соды для начала. Что-то это очень мало. Добавлю еще одну. Теперь перемешиваем и смотрим на реакцию. Пока реакции не видно, поэтому я буду добавлять соды, пока он не загустеет. Вот немножко загущается. Спасибо за лайк, друзья! Главная реакция пошла. Ну а если вы еще не подписались, скорее подпишитесь, чтобы первыми увидеть новое видео. А мне будет очень приятно. Я всегда радуюсь новым друзьям и читаю все ваши комментарии. Для пушистости слайма добавила пенку. Можно брать в руки. Ребята, смотрите, какой он большой. Но к рукам еще чуть-чуть липнет. Буду разминать его на столике. Ребята, смотрите, какой он как слизь. Слизь я еще на своем канале не делала. Вот и подождала пару минут, и посмотрите, как слайм растекся. Смотрите, какая лепеха. Вот такой отличный флаффи слайм получился. За лайк спасибо! Если вы подпишетесь на канал, я буду вам очень благодарна! Всем прекрасного настроения! Люблю вас сильно-сильно! Всем пока!